Всем привет! Вы на канале «Прошу к столу». Сегодня мы с вами будем готовить витаминный салат под названием «Тропический торнадо». Капусту нарезаю тонко, мелкой соломкой. Нашинкованную капусту надо немного помять, чтобы она дала сок и стала более нежной и мягкой. Огурцы моем и режем тонкой соломкой. Сладкий перец тоже режем тонкой соломкой. Подходит любой цвет перца, какой вы любите. К салату добавляю мелко порезанный укроп. С петрушкой или кинзой будет тоже очень вкусно. Теперь в салат добавлю еще порцию витаминов. Гранат я помыла, чищу и в салат. Ананас, конечно, надо помыть и почистить. Режу его тонкой соломкой. Если нет свежих ананасов, конечно же, можно использовать консервированные. В салат добавляю свежемолотый черный перец, соль и семена льна. Заправлять салат буду соком лимона. Всего пара минут, и комплекс витаминов у вас на столе. Если вам понравился рецепт, ставьте лайки и оставляйте комментарии, а также делитесь нашим видеорецептом. Спасибо, что смотрели нас. Прошу к столу и приятного вам аппетита!